Всем привет! Я пытаюсь установить камеру для того, чтобы показать вам весь мой образ, который я сейчас приготовила благодаря проекту «Нет предела совершенству». Думаю, это классно будет смотреться летом. И, конечно же, традиционно у меня здесь на диване разложена вся продукция. Мы будем делать обзор каталога, причем я его буду делать нестандартно. Если я раньше делала обзор и показывала только свои заказы, то сейчас я вам хочу показать мои любимчики, мои must-have, которые я использую постоянно, чтобы вы видели, какую продукцию я люблю. Итак, если вам интересно мое видео, смотрите далее. А вот такой макияж, видео, как я его буду делать, я, наверное, выложу завтра. Мой сегодняшний обзор будет состоять из двух частей, потому что было бы нечестно вам показать только те продукты, которые я заказала себе в этом каталоге, потому что это то, что у меня заканчивается, или то, что я уже люблю и с большой скидкой. Но тем самым вы не видите тех продуктов, в обзоре бы не увидели, которые я люблю, мой must-have, которыми я пользуюсь уже многие какие-то годы, влюбилась, и поэтому у меня для вас специально будет такой вот раздел. И вторая часть, это вот такая вот коробочка. У меня это самые мои любимые продукты, мой must-have, которые есть в текущем каталоге. Вы меня просили делать более подробные видеообзоры, мои любимые продукции, неоднократно писали в комментариях, поэтому обзор будет наибольший. Первое, с чего я бы хотела начать, рассказывая о покупках, это о серии Novage. Если вы еще не пользуетесь этой замечательной серией по возрастной категории 25, 35, 40 или 50 лет, можете дальше не смотреть обзор, потому что это будет бесполезно, потому что вы не знаете самых лучших продуктов компании Oriflame. Это то же самое, знаете, если вы сначала пошли в магазин за хлебом, да, купили все, кроме хлеба, пришли домой и понимаете, что хлеба нет. Так вот, хлеб, да, самая главная серия, это серия в компании линейка Novage, это лучшие продукты, потому что какая бы ни была декоративная косметика, это все какой-то временный эффект. Наша кожа нуждается в постоянном уходе, поэтому прежде всего будет эта серия. А мы еще вернемся к этой серии, кое-какие фишечки, лайфхаки расскажу. И давайте вместе будем листать каталог номер 4. С чего начинается? Очень красивая девушка. Когда я увидела настолько красивая красная помада, я вспомнила, что каждой девушке красная помада идет, и нужно лишь подобрать свой оттенок, потому что кому-то идут более холодные оттенки красной помады, кому-то более насыщенные, теплые красные, поэтому всем задание номер один на весну перепробовать массу оттенков, пробников и выбрать свою красную помаду, подобрать гардероб, точнее, какому гардеробу она подходит. И вы всегда будете в тренде, вне зависимости от моды. Хорошие аксессуарчики. Туалетная вода и клакот. Она у меня была, мне очень нравилась. Потрясающий запах, поэтому рекомендую все-таки протестировать этот аромат, тем более по такой уникальной цене. Сейчас будет три продукта, о которых я буду говорить. Так, мой must-have из прошлого. Достаю свою коробочку. Это устойчивая такая тональная основа. Я только недавно ее купила, приобрела. Она еще прям новенькая. Вот, поэтому в этой акции сейчас, к сожалению, я не участвую. Хотя всем рекомендую однозначно. Вот такой вот оттенок помады. Я раньше безумно любила вот такие нюдовые бежевые оттенки, но поняла, что чем старше мы становимся, тем все-таки более такие розовые, насыщенные оттенки нам подходят. Тушь 5 в 1, ну, не знаете, не соврать, штук 30 у меня их было за все свое существование. Эта акция, я даже не знаю, в каком году она вышла. Поэтому сейчас я временно ушла от этих продуктов, но если вы только начинаете пользоваться косметикой Oriflame, либо вы хотите сэкономить, смотрите, прям вообще волшебная цена 160, тушь 160 и тональная основа 225 рублей. Это я считаю, что акция очень-очень выгодная.
Что дальше? Это тоже мой must-have. Достаю из моей коробочки. Я его в видеообзорах показывала, чтобы вы понимали, насколько это мой must-have. Потрясающая палетка тоже должна, рекомендую, должна быть у всех для того, чтобы корректировать бровки. С 50% скидкой мой must-have из недалекого прошлого. Почему? Потому что сейчас я перешла на тени Джордани и каждый день делала один и тот же макияж, выбрала одну и ту же гамму. Но раньше я эти тенюшки вот буквально до основания все выкрашивала, мне они нравились. Это обновленная коллекция. И недавно заказала 3 оттенка, тоже была какая-то акция распродажи, и даже еще не попробовала, нет времени. Я думаю, вдохновившись весной, новыми образами, я наконец-таки буду их использовать. Очень люблю эти тени и вам рекомендую попробовать, они великолепно держатся навеки. А следующее, это тоже любимейшая туалетная водичка, штук 5 у меня их, наверное, было. Это туалетная вода Эльви. Сейчас я больше всего люблю Джордани, я вам говорила о ней. Также краска, ее заказываю практически каждый каталог, через каталог. Решила попробовать вот такой вот оттенок. Хочу быть еще более темной, не знаю, как это будет смотреться на волосах. В принципе, раньше у меня был когда-то такой образ. И акция, которую вот, ну, невозможно пропустить, когда вы покупаете шампунь и кондиционер за такую смешную, чисто символически, я считаю, сумму. Это мои самые любимые шампуни. Я не знаю, здесь уже 50, наверное, флакончиков точно было использовано. Очень люблю и всем рекомендую. Тем более, что вам, то есть 840 рублей, а вам всего лишь за 199. Ну, не заказать, это вот еще вот такая вот акция. И шарфик, очень интересный платок. Если вы увидите по распродаже вот такую сумочку, рекомендую вместе заказать, смотрится шикарно. Не буду говорить рекламу этой сумки, показывать ее, но вот просто обалденно. Периодически она встречается в акциях. В каждом моем заказе вы обязательно увидите серию Wellness. И в этом каталоге действует потрясающая акция. Если у вас в заказе будет Wellness Pack и коктейль, вы можете заказать с 50% скидкой. Если вам за 30, за 40 и так далее, обязательно рекомендую вам дополнительно к Wellness Pack принимать еще как минимум 2 капсулы омеги, потому что это поможет вам улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. Как вы знаете, с возрастом кожа, уровень увлажненности кожи ухудшается, и налицо преждевременное старение. Вот, мышцы, суставы. Здесь замедляется воспалительный процесс, то есть это обязательно в каждом заказе, я сейчас рекомендую пробить. Wellness омегу-3 мы пьем, дополнительно принимаем, хотя муж сейчас начал принимать ребенком жидкую омегу, а ребенок у меня наоборот втайне от меня выколупывает мои wellness пэки, выкидывает витаминки и ест вот как раз таки в капсулу. Они вот прямо поменялись, и для нее это праздник, если я дам вот такую вот капсулированную омегу. Муж, наоборот, у меня перешел на такую, чтобы дополнительно к пэку принимать. А у вас есть такие истории? Расскажите. Мой must-have – это обновляющий скраб. Что мне доказывать? Видите, он у меня уже заканчивается. Еще чуть-чуть, я его обязательно приобрету. Он, наверное, у меня уже полгода. Обалденный и справляется на 100% со своими функциями. В нем есть молочная кислота, что сейчас эти продукты являются в большом тренде. Следующая страничка. Прежде всего я обратила внимание на вот такую вот новинку. Уже второй каталог подряд. Заказываю выравнивающий праймер. Если у вас получится, обязательно закажите его. Как им пользоваться? Первый слой вы наносите на увлажненный крем, и потом в местах, где нужно, например, около носа, где у вас расширенные поры, там наносите второй слой. Я так была воодушевлена и все-таки надеялась, что он будет заказан, что пропустила вот такие вот салфетки. Прессованная тканевая маска для лица, вы ее опускаете в тоник, и это усиливает действие тоника. То есть на 10-15 минут наносите, этой салфеточкой можно пользоваться одноразово, и их в комплекте 15 штук. К
Как я пропустила, не заказала. Ой-ой-ой-ой. Думаю, в следующем каталоге обязательно себе закажу. Во всем мире сейчас идет тренд на органическую косметику. Компания Reflame – это передовая компания, которая разрабатывает лучшие серии по уходу за лицом, одни из самых эффективных в мире. И у нас есть серия Eco Beauty, наверняка вы не слышали, и хотела бы остановиться подробнее на вот этом вот масле. Даже если вы пользуетесь серией Novage, я вам рекомендую обязательно приобрести это масло. Как его использовать и вообще из чего оно состоит? Масло у нас состоит из органы, масло органы, которое делается при помощи техники холодного отжима, когда получаются максимальные компоненты. Погуглите масло органы, это тренд, одно из самых эффективных в косметологии. И здесь идет мацерация масел. На аромат этого масла, знаете, первое впечатление, это как раз-таки подсолнечное масло. Когда я начала читать, да, оказывается, что мацерация масел – это технология, при которой мы получаем экстракт хлопка, используем в питательном масле. Хлопок помещает в контейнер с горячим подсолнечным маслом, которое впитывает размягчает его и, в общем, убирает все полезные свойства. Поделюсь с вами фишкой, которую узнала от одного из известных бьюти-блогеров, как она использует такое масло. Масло вы наносите на щеточку, вот так, буквально 1-2 капельки, и наносите на все лицо. Буквально это идет и шлифовка кожи, и втирание. И одновременно масло распределяется очень тонким слоем, не остается излишек. И одновременно идет массаж, циркуляция. Вот такой вот лайфхак. Перед использованием масла рекомендую вам нанести на веки крем Eco Beauty, чтобы все-таки работала серия в комплексе. В этой фишке я только вот узнала, нанесла вчера, попробовала, настолько мне понравилось, такое классное состояние кожи, потом утром просыпаешься, и кожа вот реально классная, увлажненная. Кроме того, сейчас, мне кажется, это будет очень полезное действие, и я нанесу масло на кожу рук. Тем более, что наши ручки нуждаются в максимальном увлажнении, особенно весной. Следующая моя покупка буквально взорвала мой мозг, потому что я очень хотела ее заказать, эту серию, новую серию, но я ее только лишь не заказала, потому что скоро я переезжаю в Краснодар, и мне нужно как можно больше выкинуть здесь косметики, чтобы сделать полноценные уже заказы сериями, обновить всю косметику уже на новом месте, постоянном месте жительства в Краснодаре. Итак, компания запускает новую серию, обновленную серию Optimals 35+. Эта серия максимально эффективная. Здесь улучшили компоненты. Можете потом почитать. И как сейчас в тренде, все ищут, где содержится гиалуроновая кислота. Да-да, она содержится у нас в сыворотке. И при помощи сыворотки все крема, продукты доставляются уже глубоко, в более глубокие слои кожи. Это лучше от природы и науки. Изучайте ее. И вот прям плачу. Может еще успеть, может еще заказать. Но очень-очень сильно хочу попробовать эту серию. К Novage я уже привыкла к ее эффекту. Безумно хочу сделать замену. То есть чередовать где-то месяц. Или каталог Novage, каталог Optimals. Каталог Novage, каталог Optimals. Хочу, вот руки трясутся, не знаю, может быть, все-таки в следующем каталоге закажу. Но очень-очень расстроена, что не заказала. Тем более, что я всегда заказываю новиночки. Следующий must-have – это матирующие салфетки для лица. У меня всегда они есть про запас. Если открыть мои сумочки, а у меня как минимум 3-4, в 3-4 обязательно они есть. Сейчас залезла в одну косметичку, в другую косметичку, и везде у меня валяются такие салфетки. Начинается весна, летом, но это жизненно необходимо, поэтому у меня всегда про запас. Вот 2 сейчас я нашла. Новинка, мой must-have, это карандаши для бровей. Вы можете видеть уже, насколько я часто их использую. Думаю, уже через, может быть, акцию обязательно их закажу, потому что они у меня заканчиваются. Буду приобретать
и приобретать. Да? Также люблю вот эту тушь, она у меня является любимкой. Я ее про запас заказала несколько штук по предыдущим акциям. Следующий must-have – это шелковая тональная основа. В прошлом каталоге она была новинкой. Вот так она выглядит. Какие минусы и плюсы после трехнедельного ежедневного использования? Минус, когда вы наносите, и она слишком жидкая. Если вы наносите сразу на лицо капельку, я один раз испортила себе, испачкала одежду, когда быстро мне нужно сделать было макияж, я капнула, и капля упала случайно на одежду. Поэтому все-таки используйте, сначала наносите на вашу руку, а потом с руки используйте бьюти-блендер, чтобы качественно наносить. Еще один минус. Если у вас есть шелушения какие-то на коже, например, в области носа, либо вокруг губ, происходит такое. У меня, например, это бывает не часто, но тем не менее, да, и эта тональная основа сразу подчеркнет ваши недостатки кожи. Как поступить в этом случае? Вы берете вашу сыворотку, наносите в это место буквально 2-3 секунды, и все, ваша кожа тут же моментально увлажнена, такая тональная основа выглядит безупречно. Несмотря на то, что у меня есть другие тональные основы, в том числе Giordani, но вот рука каждый день тянется именно к ней. Очень я ее люблю, очень я ее люблю. Не знаю, когда я наиграюсь с ней и перейду на другие Giordani. Когда делала омолаживающий макияж, я вдруг вспомнила и панически начала искать, ну где же у меня вот такой есть корректор. Нашла его все-таки, но он, к сожалению, уже просрочен. Потому что, когда вы покупаете корректоры, помните, что с момента вскрытия, как только вы вот так вот сделали, пройдет 12 месяцев и нужно выкидывать его. Почему? Потому что кожа для век. Ну, не рискуйте, надо как можно дольше сделать так, чтобы она сохранила у вас, молодой сохранилась. Как он действует? Он действует так, как ручка, так тык-тык, и вот здесь начинает выдавливаться. Мне неудобно показать вам. Я в макияже его вам покажу, протестирую. Следующая акция, я бы не сказала, что это must-have, но у нас есть категория женщин, которые говорят: «Ой, Oriflame, это очень дорогая косметика, мне бы что-то подешевле, вот в такой-то компании на букву, там дешевле». Ну, вот если вы хотите какую-то косметику подешевле, что ж, пожалуйста, куда дешевле, я не знаю. Есть вот такая вот помадка, которую я использую, ну, под настроение. Ну, я бы не сказала, что она моя любимая, но просто может быть в сумочке. И карандаш, который я часто использую, он темный оттенок под другие мои любимые помады серии Giordani, либо помада мусс, матовые помады. В принципе, так нормальная бюджетная косметика, неплохая. Без чего я точно не обойдусь ни один день, это без вот такого спонжа при нанесении тонального средства. Это мой must-have, любимый спонжик. У меня их было, наверное, штучки 3. Он долгоиграющий. Периодически я его мою, но, к сожалению, он уже теряет цвет и остается вот такой оттенок. Спонж очень люблю. Мне кажется, это лучший вариант нанесения тонального средства, особенно, например, вот такой тональной основы. Расскажите, а вы пользуетесь таким спонжем? Мой must-have, который я всегда имею про запас, и сегодня у меня началась буквально истерика. Почему я приобрела такую вот новиночку по 89 рублей, решила протестировать лак. Минус, сразу скажу, этого лака то, что кисточка тоненькая, привычная, как и во всех лаках Amade One. Кисточки привыкли широкий, но очень красивый вот такой оттенок. Истерика у меня началась почему? Потому что жидкость для снятия лака у меня закончилась. Я знала, что у меня однозначно есть про запас, и я ее не нашла. Я перерыла все, что можно, но нет у меня жидкости для лака. И я думаю, боже мой, почему тогда я еще не заказала? Но все-таки нашла, моя любимка, мне очень нравится, как она и удаляет лак, и как она защищает ногти, что они классные, хорошие. Ну, видите, у меня всегда ногти в идеальном состоянии. И хотела вам показать, здесь еще со скидочкой идет матовое покрытие. Вот видите, насколько отличаются вот два оттенка, да, так вот.
делала маникюр на скорую руку для того, чтобы вам быстрее сделать обзор и показать новый оттенок лака. Так, что у нас еще идет? Антицеллюлитная пора началась. Подготавливаем свою кожу, попку на весенний период. Тем более сейчас, например, с 65% скидкой идет антицеллюлитный крем. У меня есть другие серии, поэтому я не заказывала, но вам рекомендую, в общем, хороший за 279 рублей бюджетный вариант. Ой-ой-ой-ой, а вот точно без чего не обойдусь. Каждый день я делаю укладку и использую такой лак, поэтому у меня 2-3 штуки такого лака про запас. Заказываю всегда, ищу акции с 50% скидкой, но так как у меня еще их штучки 3 есть, поэтому не приобрела. А так бы обязательно однозначно заказала. Туалетные водички. Любимая туалетная водичка мужа. Эти все средства я заказывала в прошлом каталоге. Дезодорантики, ну это, конечно, святое. У меня тоже траншея заказов. Каждый каталог, если вы делаете заказ, буквально в первые часы вы можете поймать супер-мега популярные продукты по смешным ценам, такие как, например, за 99 рублей дезодорантики, я заказала 4, что ж, пусть лежат, это расходник всегда. 3 спрея заказала, потому что 55% скидка, это классно. А что еще? Если наверняка вы видели в моих обзорах вот такой спрей для ног. В прошлый раз я заказала его 20 штук. И на сайте сейчас была акция буквально в первые дни, в первые минуты открытия каталога. Такие дезодоранты стоят 500 рублей, большой объем. Спрей был всего 99 рублей. Я тот же мужу говорю, быстро скидывай в чат своим мужикам, сколько нужно еще заказать. Заказываю 20 про запас. Пока он мне корректирует, обновляю заказ, у меня уже их 10 в корзине. Вижу, что еще есть пены для ванн, заказываю их 10 штук, обновляю заказ, оказывается, спреев уже 6, пены осталось 4. Хорошо, думаю, надо еще заказать гель для душа, тоже там смешная цена, на 99 рублей, такая бадья. Обновляю все, и остается один спрей, всего лишь один спрей, один гель, пен уже нету, и еще успела ухватить себе вот такой вот мусс для ног. Его здесь это искристая такая пенка, которую вы наносите на голень. Восхитительное средство, всегда его беру в путешествиях. Если куда-то иду, долго гуляю, прихожу и с наслаждением наношу вот эту вот искрящуюся, хрустящую пенку, которая мгновенно восстанавливает мои ножки. Также в каталоге акция на зубные щетки и пасты. Я их уже затарилась прилично ими. Ну и заказала мужу вот такую щеточку. Еще идут крема для рук. Ну, в принципе, это был весь заказ. Забыла показать вам вот такую сумочку. Посмотрите, как круто сочетаются оттенки. В наших аксессуарах вы всегда найдете тот нюанс оттенка, который вам нужен. Смотрите, ищите, подбирайте, пересматривайте распродажи и можете так же ловить, как и я. Если вам понравился мой обзор каталога, пожалуйста, поддержите меня, ставьте лайк.